Какие культуры там в феврале семена посеять, по-моему. Вот надо. Храню вот все семена, у меня хранятся при температуре вот там 12 градусов. За окошечком они у меня там стоят, между окошечками. Вот. А там балкончик у меня. Вот. Еще барьер такой от холода. Вот. Ну, это мой такой балкон вот технический. Вот. Отдыхает все у меня, все тут. Инструменты мои, лопаты, грабли. Вот. Горшочки всякие, леечки. Вот. И вот так вот за окном у меня там. Видите, какая красота. Показывала я вам, да? Вот. Ну, в общем-то, вот так вот. Вот земля у меня там стоит, которая, ну, как говорится, отработала свое. И пока она отдыхает у меня. Так. Ну, в общем-то, вот так вот у меня. Вот мое хозяйство. Лесну. В общем, на каждом окошечке у меня цветы, растения у меня на каждом окошечке сидят. Вот. Ну, в общем, герань надо поливать марганцовкой, я поняла. Вот. Не столько, может быть, перекисью брызгать часто, как поливать марганцовкой. От марганцовки очень хорошо цветет герань. Очень. Она такая живая, красивая. Вот. Сейчас посмотрю. О, суховатая земля. Уже можно тут марганцовочку развести и полить слабым раствором марганцовочки.